Если у вас пропуски зажигания по какому-либо из цилиндров, сейчас расскажу по-быстрому, что нужно делать. Ну а ты поставь лайк и не забудь подписаться. В профиле много годных лайфхаков. Первым делом снимаем клемму и погнали. Не исключено, что в колодцах у нас масло. Ну, чуть-чуть масляные подтеки есть, но в колодце масла нет. Заглядываю в катушку, а там пружина-то что-то сильно подпросела. Пружинку снял, подрастянул. И вот такой грязный контакт у нас. Сейчас будем чистить. Берем очиститель электрических контактов, промываем. Вот так вот чистенько теперь это все выглядит. Собираем катушку обратно. Видите, насколько длинней я ее растянул. И она была, торчала вот всего. Я ее подрастянул. И сейчас будет контакт гораздо лучше. Ставим катушку. Закручиваем. Конечно же, штекер одеваем на место.